Блин, я изнасилую свой правый триггер. Окей, где я? И куда мне идти? Может кого-нибудь насадить на вот эти колы? Будет смешно смотреться. Например, смешариков. Вот этот, или телепузиков. Вот там я ставлю этот телепузик для той фиолетовой телепузики. Телепузишны. Я опять какую-то балку не увидел, наверное, да? Да, вот она. Как-то странно подниматься наверх. Выйти, потом подняться наверх. Ну, здесь мы не перепрыгнем, мы не шепарды все-таки. Не будем завершать этих смешных прыжков. Просто ретраи валяются там и тут. Ну, потому что я на нормале играю. На сурвайвере, я думаю, здесь бы их не было просто. Хотя этими ретраями, если честно, до сих пор не пользовался особо. Только один раз специально использовал. Эй, кто здесь? Их четыре. О, господи! У меня была еще одна пуля, понял? Отойди нахер. Блин, мне вынесли почти все хп. Скотина тупая. Что тебе нужно, крейсер Аврора? Как я тебе помогу? А, стойте, так я его не добил. Видимо, я в него хорошо так попал, но... Ну и хрен с ним. Так, у меня есть что-нибудь для здоровья? Да, съедим последнюю банку с едой. Консервы. Скотина тупая. Я бы тебя еще добил сейчас. Как ему в голову не попал? Везучий ублюдок. Только я пожаловался на боевку, как сразу же стало что-то... Сразу что-то изменилось. А тут у меня, кстати, появился второй патрон. Я его собрал так быстро, что ли? Мне еще понравилось, как последний враг, которого я увидел. Так, кстати, здесь что-то есть или это просто графический баг? Да, графический баг. Ну, не графический баг, просто графика такая. Как последний враг сказал, так перед, после того, как я застрелил двух его напарников, сказал: «Я думаю, что ты не выстрелишь!» «Я думаю, нет!» «Нет, ну и что, что ты двух у людей убил?» Это как Чикатило сказать и подойти: «О, нет, ты не убьешь этого котика!» Хотя вот, если честно, не знаю, может, Чикатило бы сказал: «Котенки? Нет! Я теперь нашел смысл жизни!» Хотя, знаете, я как-то зря про Чикатило начал, наверное. Я сейчас тебя... Хотя, если так посчитать людей, которых я только что убил, да, буквально ни за что. Зато, может, они хотели подружиться. То, наверное, я сродни Чикатило. Но я думаю, если бы я не защищался, то... Давайте сожрем. Не защищался, то они бы у меня что-нибудь отобрали, наверное. Или нет. Очень забавно, я на стройке нахожусь, которые якобы не тронули, да, но на самом деле здесь врагов больше, чем везде. И больше, чем в Караганде. Где? В Караганде. Кто из них? Кто из них сложный, кто из них? Ну-ка, отошли на. Ты еще не сдох? Ложись. Блин, как он классно подыхает. Лежать. Приятных снов. Ну, видимо, в кепке это означает то, что враг сильный. Хотя стоило, наверное, его убить из мачете, потому что у меня не осталось патронов. Сакс? Знаете, у меня, по-моему, 4 ретрая, да? Я думаю, что я начну с этого же момента. Поэтому давайте попробуем...
Поэтому давайте попробуем убить его при помощи мачете. Если я не прав, то значит я просрал два чекпоинта. А, понял. Понял, все. Я сдох. Ну да, как-то подходить и пытаться что-то сделать с... Да, сюрприз килл не получился. Я нажимаю. Лежать. О. Эники, беники, ели вареники. Эники, беники, бремс. Эники, беники, отравились варениками. Эники, беники, трямс. Трямс. Это будет эники, беники, это будет трямс. Как его колбасит-то? Может, он экстази объелся? Я не, правда не знаю, что делать с экстази, я просто знаю слово. Может, его едят, может, заваривают, ну, не знаю, в чайничке. Может, потом берут чашечку, наливают туда настоечку. И, знаете, так, отставив мизинчик, берут чашечку и пьют, и потом при этом какие-нибудь там интересные беседы ведут. Например, о книжках. Или, не знаю, о мальчике с пальчики. О книжках же интересные разговоры, да, я думаю. Я просто не разговариваю ни с ком о книжках, потому что подумаю, что я еще умный. Тогда я буду совсем людей пугать. Но если бы Анджелина Джоли была еще бы симпатичной, то ее бы с ней бы вообще никто не разговаривал. И Брэд Питт бы на ней не женился. Они собираются свадьбу сыграть, если никто не знает. Ей! Наконец-то одним геем станет меньше. Ну, не одним геем. Я сейчас про Анджелину Джоли. Но все-таки, если так подумать, то все девочки геи. Вот такая вот сложная мысль. Да, он сказал, как-то слишком высоко. Если мне дали питон, то я думаю, что... Стоять там что-то внизу было. Да. Поэтому надо вниз ползти. Если мне глаза ничего не насыпали, то по-любому, да. О, пакет первой помощи. Спасибо тебе, приятный незнакомец. Кто оставил мне эту аптечку? Надеюсь, это был не доктор Малахов, а то там всякая уринотерапия внутри. Или учебник, или доктор Попов что-нибудь оставил, там на самом деле огурец. А мне надо разбить, наверное, окно? Нет? Нет. Мне нужно найти две канистры? Это сакс. Здесь я их явно не найду. Ага. Надо почаще обращать внимание. Все-таки они как-то сделали подсветку труб, но подсветку сделали такую как бы легонькую, чтобы она не сразу была видна, но все-таки. Стоять, вон там что-то есть. Только как мне туда попасть? Так. Ага. По этой трубе? Графические баги, конечно, умопомрачительные. Сами только что видели. Это вам не какой-то монтаж. Это все прям в режиме лайф, можно сказать. Как мне туда попасть? Вот я вижу. Трямс. Мне надо попасть выше. Может так? Нет. Ай, сакс. Но если я спущусь вниз, то там, наверное, я упущу вот это вот. Хотя, стойте, это же и есть канистра. А,
Всего-то нужно было обойти, я тут какими-то сложными решениями занимаюсь. Чуть ли не квантовую механику изучаю, хотя тут даже лучшие, наверное, умы физики и даже Анатолий бы не справились. Так, надо только не здесь прыгать. Он не зацепится за другую балку, я в этом уверен. Одна канистра есть. Где следующая? Ух ты, ни хрена себе здесь. Зачем ящики здесь поставили? Просто так, ради прикола? Видимо, да, потому что с ними ничего нельзя сделать. Ну, сами видите, да? Бутылочка водички. Я бы очень рад, если бы это была бутылка, не знаю, какого-нибудь коньяка. Хотя у меня есть бутылка вина с собой, но все-таки. Ну, я обрадовался бы адом. А я бы обрадовался бутылке молока. Хотя, знаете, если через год какое-нибудь молоко встречу, то... Я так очень задумаюсь, покупать мне его или нет. Или вообще пить, открывать. Хотя, что станет с молоком, если его хранить целый год? А, стоять. Я думаю, наверх мне лучше пойти. Чтобы дух перевести. Стоять, это Сакс. А если вниз прыгнуть? Ой, у меня этих ретраев-то не осталось почти. Я же там два всрал. Угу. Дерьмовастенько! Теперь понятно, что делать. У меня же есть питон, так что можно будет питон заюзать, если что. Повторим все, да, ничего не сохранилось в плане, а аптечку, да, а аптечка не сохранилась. Ну не идти же назад, да? Ладно, постараемся без аптечки выжить, чтобы время не тратить лишнее. Стойте, можно же наверх здесь подняться, что это я туплю-то так? И зачем мне это наверх нужно было, если здесь ничего нету? А здесь ничего нету. Поднимайся, поднимайся. А, вот этого-то я не увидел здесь. Хо-хо. Так, надо придумать, как здесь обойти. Наверное, надо спрыгнуть, да? О, как он упал-то? И главное, что это? Я из-за каких-то таблеток сюда тащился. Окей. Ну ладно, таблетки хотя бы забрал. Хотя бы можно оправдать это тем, что... Стоять. Вот, тут есть труба. То есть мне не надо потом... По-моему, вот то говно, это... Это просто замануха. Для меня. Для тех, кто не любит смотреть, куда ползет. Так что... Надо быть аккуратнее с выбором маршрута. Так, прыгать все-таки приходится. Они, по-моему, хотели сделать, если мне память не изменяет, по-моему, хотели сделать прокачку персонажа. Я думаю, что мир, может, хотели сделать побольше. Но, видимо, у них идеи закончились, и они решили сделать просто цифровую версию. И все. Я сейчас могу подняться обратно-то? Мне же по-любому сюда надо было спускаться. Ну, смотрите, если я туда пойду, да,
если я пойду по вот этим балкам, то я никуда не приду. А вот если я пойду по той балке, которая вот там вот, да, которую я увидел, то там валяется много всего интересного. Поэтому я сначала пойду туда, если я смогу подняться назад. О, спасибо, что ты схватился за это говно. Но за аптечкой я все-таки обязан сползать, потому что все-таки аптечкой, я думаю, что нельзя здесь жертвовать и пропускать ее. Только из-за того, что мне не хочется вернуться на ней назад. Ну, по крайней мере, я узнал сейчас маршрут, куда идти, поэтому... Особо можно не париться, да, за это. Вниз. Молодец. Все. Теперь можно О, блин, я все время забываю, что они здесь не падают. Хватаются вниз за автоматически. Теперь можно со спокойной душой ползти. Там по той балке. Господи, да поднимись ты. Я вот не понимаю, почему, когда доползаешь до края, он не поднимается автоматически. Как бы это очень сложно. Я думаю, что не очень сложно. Сделать автоматическое вскарабкивание. Ну, я не знаю. Наверное, они решили, что так не нужно делать. Может быть, там какие-то моменты будут, когда надо будет повисеть, когда кто-то тебе, чтобы прошли враги и тебя не увидели, или еще что-нибудь. Не знаю, зачем вот это сделали. А, ну, видимо, чтобы... Ну, видимо, чтобы уровень не обрывать так резко. Я снова чуть не попался на эту удочку. Так что, разработчики, ищите еще говнюки и тролли. Взяли, обманули меня. Обманули Илюшку, как вы могли? Я маме пожалуюсь. Мама... Меня разработчики обманывают, я заплатил 15 баксов, они меня обманывают. Сейчас спокойно, моя мама разберется. Там подключит какие-нибудь ФСБ, Путина. Ну. Да, ну, это я сейчас над собой шутил, а не над мамой, так что вы не подумайте. Так, господи, вниз. Молодец. Я столько раз его молодцом буду кликать. Это что, просто он станет как ярлык виндосовский. Хотя, знаете, как-то странная шутка получилась, ведь везде можно сидеть. Это что такое? Везде можно сидеть и, например, в фаре или... Мне дали три питона, столько питонов. Где их юзать? А, вот теперь, я думаю, надо будет подниматься как раз по вот этим балкам. Да. То есть они для... Пути назад созданы, а не для пути вверх. Ой, в смысле, для пути вверх, а не для пути вниз. Наоборот, все перепутал к херам собачьим. Ну, я здесь ничего не забыл. Поэтому я постараюсь хотя бы один питон вытащить отсюда. Все-таки питон штука нужная. А, стойте, тут можно отдохнуть уже. Так, что-то как-то... Нифига себе, сколько мне питонов дали. И все? Я подумал, что здесь будет намного выше путь. Ну ладно, на так и быть. Ну, видимо, дальше они пригодятся. Хотя их же можно не брать, не обязательно, да? То есть там можно как-нибудь обойтись, но можно не останутся на потом. Я думаю, что оставшиеся вещи тоже будут влиять на финальные очки, счет. А, счет, вот, правильно. Слово правильное подобрал. Интересно, на это можно? Запрыгнуть. А то бы я сейчас стал стриптизершей. Я вообще столько шестов просто облазил и столько их полапал, что, блин, любая стриптизерша обзавидуется. Лифт до сих пор работает, охренеть. Через месяц без обслуживания. В Америке это невозможно, по-моему. Ну или не в Америке, а хотя бы в России. Я как бы по российской логике сужу. Ух ты. Может двигаться. Если бы я упал, игра. А если бы я здесь скончался?